Всем привет, ребята, меня зовут Гипер123, и сегодня я гуляю со своим псом Локи. Пойдем. Он вот такой расцветки, рыже-белый, ушки у него немножко черные. Мы с ним гуляем за моим домом. Пойдем, Локи. Он сейчас нюхает, обследует территорию. Сейчас мы, может быть, найдем какую-нибудь палочку и поиграем немножко с ним, если он, конечно, захочет. Но палок здесь особо таких больших нету, так что, наверное, мы не найдем. Или, если повезет, даже найдем. Локи, пойдем. Пойдем, Локс. Мы идем. Шлейка у меня флекси 7 метров вот такая. Она вообще должна быть с пакетами, но мы где-то потеряли эту фигню, так что мы ходим без ней. Вот он сейчас нюхает дерево. А я пока что посмотрю, где может быть палка. Локс. Вот он что-то делает. Локи, пойдем. Лока. Ну вот какая-то палка у нас. Вот это Локи. Вот такая у нас палочка есть. Лока. Палка, палка, палка. Такая я палку нашел. Он должен с ней играть. Но он обычно, он когда был маленький, ему сейчас 8 лет, он когда был маленький, он обожал с палками. Он их грыз, ел, а сейчас просто он бегает за ними, и то, может быть, даже не хватает. Вот такой он. Чуть-чуть рыженький, беленький, черненький. Иди сюда. Локи, пойдем. Локи, смотри, палочка, палочка, палочка. Локи. Локос. Локи, иди ко мне. Палка, смотри. Не хочет он сегодня с палками играть. Он что-то вечно обнюхивает. Сейчас мы с ним уже, наверное, пойдем обратно, потому что он что-то не особо хочет гулять, а когда он просто вот так ходит, не хочет никуда идти, он не очень хочет гулять. Так что мы сейчас подождем. Так, пойдем, Луки. Вот палочка, смотри. Он все-таки, может, он заинтересуется. Локи! Что-то он не хочет. Смотри, Локс. Палка. Ну да, не хочет. Ну ладно, пойдем тогда домой. Давайте, он будет идти. Идет, идет он. Стой, Локи. Вот, все, это максимум шлейк. Вот он. Так. Сейчас мы немножко с ним побегаем. Вот так он бегает. Ну, достаточно он коротколапый. Он быстро особо. Так. Ну примерно вот на скорости вот прям быстрого человека бежит. Может, чуть побыстрее. Он очень сильно агрится на голубей. Сейчас покажу. Локи, беги. Когда он ощущает, когда он не может убежать дольше. Вот, типа, я заблокировал. А когда я отпускаю, он смело идет. Пойдем потихонечку. Ой, потихонечку. Локи, пойдем. Не хочет он идти. Ему надо что-то у кустов. Что-то он забыл у кустов. Ну, здесь нам не разрешают гулять. Потому что, типа, это кусты. Здесь нельзя с собаками гулять.
Ну все, вот такое видео у меня получилось. С вами был Гейпер 1, 2, 3 и пес Локи.